Наконец-то я попал на речку. Ну что, погода чудная, течение слабое, так что, в принципе, все хорошо, все прекрасно. Заброс сделал очень дальний, поставил один горох, о, уже даже поклевка. Уже был почин, вытащил карася, на удивление, потому что сейчас карася вытащить, это уже проблематично. Но, тем не менее, попался карась. Это радует. Леща совсем не хочется. Пусть будет лучше карась и карп. Ночью собираюсь только ловить сомика. Ванька пытается поймать хищника, но такая стена леща стоит, что он даже закрытый в сетник. И он цепляется, багрится закрытым осетиком. Представляете, сколько его там? И он стоит недалеко. Он стоит, наверное, метров 40, наверное, 50. А мы бросаем, ну, на дальнюю дистанцию, как можно дальше. Ну, все будет видно. Все покажет рыбалка. Пока я уже доволен тем, что уже вырвался на речку. Это уже классно. Ну, давай еще давай. Это какая-то мелочь. Да. С такой дали и такая срань. Еще и удочку перепутала. Ну, он, смотрите, он еще и забагрился. Его видно и там далеко много. Ладно, надо вторую вытаскивать. Так, этот пошел к черту. Ну, у Ваньки сама сидела неплохая таранька. А как заглотила, ё-моё. Да. Он просто будет вытащить ее. Я подсак бабочек ловить. Давай сюда, вот туда. Ванька сома тащит. Да. И где он там? Не знаю, но хороший. Трепыхался хорошо, идет хорошо, плотненько. Может, где-то 50-60. Это не маленький хороший. Такой где-то 50, я же говорю. Полтинник. Полтинник, где-то полтинничек. Будем мерить потом. Тихо, потихонечку. А. Все, спасибо, дорогой. Ну отходи, отходи. Ну, сомик как сомик. Не хочу я воду. Вот так, отходи. О, вот теперь снимай. Нет, такое, где-то 50 копейки. Вот видишь, а у меня только лещи клюют на червяка. Да только забросил одну и вторую. Ну у тебя здесь яма. Доброе утро. Ну что, гидромедцентр, как обычно, нас надурил. Говорили, дождь будет с 2 часов дня, а он пошел уже с ночи. Ну, что сказать за ночь? Ночь прошла интенсивно в ловле леща. Ну, лещом называть, конечно, сложно подлещика, которого мы отпускали. Ну, а так вот, бросал на сома, опять же,
получались поклевки леща. У Ваньки на сома бросал он, вытащил 3 самят. Ну хоть поклевки были самовые. А у меня и самовых поклевок не было. Одни лещи. Карповые поклевки мы так и не дождались. Всю ночь бросали на горох. И на червяк вот этот сон тоже бросали на сома. Ну, карп так и к нам и не подошел. Ветер северный. Опять идет звон воды. Сильный звон воды. Вон он, вода уже как. В общем, это уже, наверное, наше завершение рыбалки по белой рыбе. Уже будем ездить только на хищника. С утра попробовал на хищника, поймал одного окунька. На отводной поводок лещ как дурной багрится. Значит, его очень здесь много, очень много. Так вот проводку делаешь и слышно, как по головам стучит леща. Ну ладно, подождем еще немножко. Может быть, карпик еще подойдет. Ну что, вот такой вот получился улов. Вот такой вот получился улов. Без карпа. Ну, красивая тарань. Даже на почин был один карась. Но я думал, будет что-то интересное. Ну, на этом все и прекратилось. Вон окунек попался. Вот такой вот, братцы, улов. Так, все, будьте здоровы. Пока-пока.